Так, отсняли с Борисовичем все сценки. Сегодняшний к Виктору Бонбону, блин, в общем, это, к деду Борисовичу, к Володьке, приходил Остап Бендербей. И они играли. Крокет. Ребята, какой кайф. Сейчас будем слушать Валерия Трушкина и Юрку Гальцеву, и танцевать будем снова, пацаны. Какой кайф, а, ребята. Кстати, хотел бы сказать, что мэру привет нашему. Хотелось бы сказать, что вот у нас есть город, который позиционирует себя как такой город для туристов, развивающийся туризм. Но такой, казалось бы, банальный пустячок. Банальный пустячок, ребята. В центре города. Я не говорю на окраинах где-то. Понятно, там воды не найдешь, ну, только в магазине. В центре города нет ни одной поилки, чтобы вот человек просто нажал кнопочку, да, попил чистой водопроводной дмитровской воды. То есть то ли боятся они в поилке запустить воду, то ли еще что-то. Но, короче, напиться доброму самаритянину, горожанину негде. Негде совершенно напиться. Кто-то укусил вчера какая-то мошка, да? Вот здесь опух, да? Укусили, да. Вот, поэтому хотелось бы поилки. Я вот нашел одну поилку. Это где батюшка живет, вот этот желтый домик. Там у него весь краник. Краник маленький, шланг. Можно открыть, попить водички. Все, больше воды в городе нет. Там где-то на окраине есть еще. Надо искать, кто местные те знают. Несколько колонок с водопроводной водой. Больше нету. Ну, осталось где-то процентов 20 колонок. То, что раньше было. В центре было несколько колоночек, все закрыли, попить нечего. Вообще русская колоночка такая, русская, советская. Это же были достопримечательности нашего города. К сожалению, нету ничего. Все закрыли, ребята, все колонки закрыли, ничего нету. Вот где снежный человек был, там теперь клумба. Мэр города сказал, что для детей вот такой уголок красивый будет. Сегодня полил его несколько раз, блин. Кстати, сейчас полью. Да. Чтоб не быть, как говорится, голословным человеком, надо полить рядом. В жару нельзя поливать. Сами цветы нельзя. Вот тут рядышком полить, чтобы цветочки пришли в себя чуть-чуть. Так. Все. Сегодня уже 3 или 4 лейки сюда выли, ребят. Все нормально, тут вообще по воде нормально. Подпоили цветы. Все. О, вот так вот. Поэтому поилки нужны, ребятки. Как в любом городе. Едешь там, Геленджик, там еще какой-то. Везде поилочки стоят. Колоночки восстановите. Призываю вас, понимаете, колоночки. И всем будет счастье, между прочим. Да, такой припухший сегодня дедок. Ну ладно. Спасибо, друзья мои. Ой, у нас жара, ну, вообще великолепная.